Исследователи из Турции рекомендуют новый строительный материал – бетон с шелухой от семечек подсолнечника. По мнению специалистов, этот побочный продукт от производства растительного масла – отличный и дешевый наполнитель. Он уменьшает плотность бетона и повышает его сопротивление резким перепадам температур. К тому же это экологически чистый материал, а это свойство сегодня обязательно учитывается при строительстве жилья. Наша коллега продолжит тему. Дерево, камень, солома и глина. Выбор стройматериалов еще недавно был ограничен. Прогресс открыл миру гипсокартон, рубероид, керамзит. Список можно продолжать бесконечно. Теперь строительство домов стало дешевле и быстрее. И вроде бы все хорошо, но врачи бьют тревогу. Оказывается, цементные стены не дышат и усиливают электромагнитные волны. Железобетонная арматура во время обжига усваивает ядовитые вещества. Большинство отделочных и облицовочных материалов также выделяют вредные для человека токсины. На проблему обратили внимание и в Министерстве природопользования. 1 марта этого года был разработан новый ГОСТ, благодаря которому дома будут гораздо безопаснее для проживания. А пока строительные компании переходят на новые стандарты, люди все чаще делают выбор в пользу загородной недвижимости. Проконтролировать строительство так гораздо проще. Для того, чтобы быть ближе к природе, жить на свежем воздухе и хорошо себя чувствовать, многие россияне меняют свои квартиры на частные дома. И это неудивительно, ведь частный дом – это большое пространство, удобство и уют. К тому же свой дом можно построить из экологически чистых материалов, которые создадут условия для комфортной жизни, в принципе, всех обитателей. Лучшим стройматериалом, несмотря на все обилие новинок, остается дерево. Оно пропускает воздух, поддерживает благоприятный микроклимат и хорошо сохраняет тепло. На втором месте в рейтинге экологически чистого сырья – кирпич. Приятного аромата такие стены, конечно, не источают. Зато служат гораздо дольше деревянных. Новый коттеджный поселок из кирпича появился на 30-м километре Калужского шоссе. На его территории три типа домов – таунхаусы, отдельно стоящие коттеджи и дуплексы, которые отлично подойдут для большой семьи. Они имеют одну общую стену, но расположены на двух отдельных участках. Начальная цена на недвижимость – 3 миллиона 900 тысяч рублей. Все коттеджи, дуплексы, таунхаусы строятся только из кирпича. Для наших климатических условий этот дом можно назвать вечным. Поселок примыкает к огромному лесному массиву. Также рядом с поселком расположилось озеро, водная гладь которого составляет 44 гектара. Коттеджный поселок «Марсель» – это не только экологичность, но и комфорт. На территории планируется постройка детского сада, начальной школы, центра детского творчества, спортивного комплекса, сети кафе и магазинов. Также на территории будут размещены домики для удобного проживания гостей поселка. Из душной Москвы, подальше от столичной суеты и шума. Коттеджный поселок «Марсель». Новые краски вашей жизни –